Появление нового интернета. Интернэкст, децентрализованная и более безопасная интернет-система, создает революцию в цифровом мире. Как сообщает CoinTurk, Интернэкст изменит современные правила использования интернета. Он станет более безопасным и более приватным. Современная интернет-система централизованная и контролируется компаниями. Она несет множество угроз, начиная от злоупотребления личной информации до хакерских атак. Интернэкст обеспечит децентрализованный доступ, основанный на блокчейне. Идея уже приобретает формы. Как сообщает официальный сайт Интернэкст, 20-летний соучредитель Фран Вилальба Сигара и его компания планируют ICO на сентябрь 2017 года.